Здравствуйте. Меня зовут Алла Халайджи, и я очень рада видеть всех, кого знаю, и очень рада тех, кто пришел к нам сюда впервые, вливайтесь в наши ряды. И подтвердят девочки, которые уже живут в Войлоке, что Войлок это, он меняет нашу жизнь кардинально, да, он, это образ жизни, который ее обогащает, это огромное количество новых друзей. И вот сейчас мой круг в течение 5 лет, когда я погрузилась в этот мир, он кардинально изменился, жизнь стала веселее, позитивнее, радостнее, количество друзей выросло во много раз. И Войлок это вообще здорово, приходите, занимайтесь и погружайтесь вместе с нами, заболевайте этой бациллой, хоть она и неизлечима, но она чудесна. Это прекрасное заболевание, которое вполне стоит заболеть. О толстом войлоке чуть-чуть быстренько продолжу тему девочек и уже дальше передам эстафету тем, кто работает из тонким. Я тоже, как и девочки, мастер-универсал считаю себя, потому что я и с тонким работаю, и с толстым, но все равно мое сердце принадлежит. И большую часть времени я работаю с толстым войлоком. Я очень люблю шерсть гордого барана с легкой руки. Ирины Полубояриновой, чьей ученицей я себя считаю, и у кого я научилась, и у кого я познала впервые эту шерсть. Да, вот эти азы, и уже на них, поэтому надо ходить на мастер-класс, потому что до этого я год варилась, скажем, в собственном соку, пыталась сделать собственные тапочки по фото мастер-классам, и получалось что-то маловразумительное. И Ирина за 3 часа вставила мне мозги на место и показала, как и что, и уже все, я уже пошла собственным путем. И вот, допустим, можно соединять вот тот же самый веркшафт с тончайшим шифоном и получать уже совершенно другое изделие и другого вида. Можно соединять веркшафт с шелком Excelsior более плотным и получать совершенно уже другой вид. Да? Можно использовать веркшафт без всякой ткани и шелка и делать не толстые, а, скажем, более плотные, такие легкие демисезонные сапожки с твердой пяткой. Такой мастер-класс уже готовится. И, если честно, я редко провожу мастер-классы, и у меня есть видео-мастер-классы, но иногда все-таки я в пространстве шкатулочки выхожу и с удовольствием делюсь тем, что знаю. И еще вот Ирина говорила о промежуточном этапе между начесыванием хардачеса и превращением его в гребенную ленту. Этот промежуточный этап называется сливером. Это такая шерсть, в которой волоски еще не вытянуты вот в такую длинную ленту. Они еще немножко хаотичны, живут сами собой, он еще не крашеный, но в то же время это уже и не вата. Так вот, из такого сливера можно делать, и есть мастер-класс, можно делать вот носочки. Сливер отличается эластичностью, такой своеобразной трикотажностью, очень приятный, мягкий. И вот когда я заболеваю или у меня насморк, я в таких носочках сплю, и на утро я уже просыпаюсь совершенно здоровой. Ну, действительно, приятная вещь, и с ним тоже есть определенные навыки работы, и с удовольствием тоже поделюсь и научу. Так что еще раз спасибо всей моей теплой компании за этот позитив, за эту радость, и спасибо вам, что вы пришли сюда. Так что приходите, учитесь, познавайте эти радости, и добро пожаловать. Я сейчас передаю Маш эстафету следующему выступающему. Это известный мастер Светлана Мельникова, и она вам расскажет о своих наработках.